Блин, офигенно выглядишь. Хочешь стать подружкой невесты вместо меня? Чувствую себя Рупертом Эвереттом. Как и все мы. У меня свадебное платье! Свадебное платье! Милый, ты умрешь, когда увидишь эти цветы. Что с тобой, сердечный приступ? Кажется, я не готов. О, нет. Такое чувство, будто все догадывались, кроме меня. Ничего подобного, мы в шоке. Мой мир рухнул, я жру все подряд, без остановки. От создателей фильма «500 дней лета». Что ты делаешь, милая? Выбираю жизнь, вкуснотища. Ты должна стать самой собой, встречаться с другими людьми, открыться для них, вспомнить, как оно бывает. Я не хотел становиться проектировщиком тюрем. Оно само вышло. Потрясающе. Лола. Я ребенок из инкубатора. Чего? Из-за этого он больше, чем у обычных детей. Лола против секса. Мужики всегда ищут вариант получше, а женщины что подвернется? Божественного тебе дня. Ты занималась сексом с этим роллером? Лола против любви. В одиночестве вырабатывается характер. У тебя на сайте знакомства один «Хочу быть твоей дыркой»? «Хочу быть твоей дыркой» один. Тот был занят. Лола против жизни. Я все время на чем-то зацикливаюсь, на еде, на парнях. Сейчас моя жизнь полный пипец. Слезайте со сцены. Знаешь, как я любила Золушку? Как и все девочки. От этой сказки мозги набекрень, замороченность на обуви. Лола против. Освободите эмоции, расслабьтесь.